Наполнись. Вот так будете играть, да? А? Так будете играть? Ну, не знаю, как пойдет. Пойдет. Нет, меня больше всего за эту песню идет. Ну, как бы за вот это начало. Ой, может быть, ее первую записать? Не надо. Все как идет, так идет. Мы распевки. В детстве мы жили, были. Сереж, представляй, что поешь. Наполнись, ладно? Не просто вот можно так петь. В детстве мы жили, были. Пусто. А сейчас так льет. В детстве мы жили, были. Душу вкладываю. Сказочно жили, были. Я представляю, я живу этим, я это выдыхаю, это состояние. И так в каждой песне. Наполнись содержанием вот этим вот. То есть не формально пой, а вот чувствами, хорошо? Сердцем пой, душой. И тогда будет отлично. Может, не будем это Белоруссию? Почему? Там партизаны. Вам не хотите? Вы, нет, вы люблю, я люблю ее, но это. Ну давай. Нет, я хочу. Ну давай, хочу, хочу. Надо, чтобы она и. Хочу, ладно. Хочу. Если плохо, мы просто вырежем и все. Хочу, хочу, хочу. А почему она нужна плохо? Хочу. А, может, нужна вам, да? Да, да. Ой, Сереж, а ой, Сереж. Первый куплет тогда надо вообще. Сердце будто проснулось пугливо. А это тогда не слышно звука. Сердце будто проснулось пугливо, пережитого стало мне жаль. Это я меньше всего волнуюсь за эту песню, хотя нормально идет. Какая тебе больше всех сейчас вот песня нравится из всех, Сереж? Да все одинаково. Нравится, да? Беларуси нравится. Караваны птиц. А где, подожди, так напиши, есть? Есть, есть. Ну и все хорошо ты знаешь, не надо себе наговаривать. Все нормально. Мне все нравятся песни, все. Ну честно, ни одной, это хорошо. Ни одной, отлично. А иначе вы бы ее и не взяли, правильно? Если бы там не понравилось, то, да? Угу. С Богом. Все, начинаем, да? Меня
стене у нас. Чтобы нас услышали, и им легче стало, им радостнее стало. Слышат. Конечно. Прям посылаем. Так, где я там начинаю? Я забыла, где у меня начало придет. Thank you.
Классно все идет. Слава Богу. Вы чувствуете, да? Чувствую. Энергия идет. Оно есть, идет. Оно есть, есть. Сейчас, слава Господу. Тут прям присутствует. Да, да. Не растерять это все, слава Богу. Да, да вы не растеряешь. Давай, на то же местечко, да? Все, слава Богу. Сюда вот так немножко разверни, чтобы или вот так, да, или нет? Как сделать, как вам комфортно, а уж Господь скажет. Я тебя и там вижу, ты видишь. Все, ладно, обещание. Посещать своим родителям, их молодости, их поколениям, да? Прошу прощения, еще то же самое. Сейчас я выставлю кадр и попрошу вас повторить. Посвящается поколению наших отцов, мам, пап, бабушек, дедушек, их молодости, их свершениям, их судьбам. Yeah.
просьба. Что? Для следующих дублей желаю вам, пока вибрирует фортепиано, соблюдаем тишину, не начинаем движение вот сюда. Пока просто... звучит, не двигаемся. Да, 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 закон то сцены, есть да, это правильно. Сцена. Завершаем. Ты вместе со мной вот дышишь. Пока... Да. Пока. Вместе дышишь. Правильно. Тут вот... Вот это вот, да, вот это до очень... этого состояния. И после этого я выключаю, через 3 секунды после этого я выключаю камеру. Еще, может, сыграем ее? Давайте. Давайте еще. Да. Угу. Очень хорошо. Угу. Очень хорошо. Не торопись, ладно, Сережа? Все хорошо. Ой, хорошо. Это классно, так нравится. Дух Святой есть. Творчество, что значит вот... И вообще эти песни, они энергетически очень сильные, мощные. Их люди сочиняли, которые имели... Умели любить, умели дарить эту любовь, умели делать такие грандиозные добрые дела. Вот это заложено и в словах, и в музыке. И сейчас, когда мы поем, это все как бы вот вновь оживает и наполняет пространство. Это сила, сила добра и света в каждой песне. Чтобы было небо, чтобы было небо.
Чего? О, голубка моя, будь со мной, молю, в этом сильном и пенном просторе, в дальнем чужом краю. Это рэп? О, голубка моя, как тебя я люблю, как ловлю я за рокотом моря нежную песнь твою. Да смотри, ничего страшного, посмотришь ли голову там. Если твоя опусти глаза, как будто ты задумался. Не, ну хочется... Так, не хочется, давай, как следует. Все хорошо, Сереж, все. Все нормально. Шикарно вообще все идет. О, голубка моя, дальше. Как тебя я люблю. О, голубка моя, как тебя я люблю. В этом как синем. Тебя я люблю. Как ловлю. Как я тебя люблю. Как тебя я люблю. Как ловлю я за рокотом моря нежную песнь твою. Вот и все. Как ловлю я за рокотом. Представь, вот море, да, как я ловлю ушко. Как ловлю я за рокотом моря нежную песню.
прям весь расплываешься. Ловлю нежную песню. Ловлю нежную песню. Вань, представь образы. Все, давай сейчас. Давай. Господи, так. Иисусе Христе, сыне мы уже помилованы грешно. Аминь. Сейчас, секунду. Да. Thank you.
меньше. Сердце как песня. Все, сейчас еще раз отстроюсь. Море кричит, сердце как песня летит. Ну пой, помпануто, пой. Вернулась, говорчая, песня.
представляете, вот только сейчас фортепиано перестало звучать. Потому что у меня там будет 3-5 секунд, которые звучат, да, и потом я затемняю, да. Иначе мне придется какие-нибудь заставки. 5 секунд, короче, не дышим, а потом уже. Да, 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 да. Хотя бы 5 секунд. Да, 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 да. Все, пошли, следующее. Так, Сереж, подожди. Значит, поешь ты это, да? Прекрасная далека тоже поешь, да? Я только вот это слышу голос прекрасно далеко, он зовет меня в чудесные края. А припев я подпеваю. А, ну, вторую часть его, второго. Второй куплет я только начало пою две строчки, ладно? Ну, слышу голос из прекрасно далеко. Если вы подпоете, тоже неплохо будет. Нет, подожди, ты первый куплет поешь, я второй куплет пою. Хорошо. Ты в конце включаешься. Угу. Когда вот слышу голос, голос спрашивает, кто ты. Вот это тут включаешься. Хорошо. Ладно? Все. И последний вместе. Тоже я, да? А где у нас два, всего два куплета. Так. А, я клянусь, ты, да, да. А в конце мы... Я припев попиваю. Нет, припев. Мне тут вот прекрасно далеко два раза еще есть. Один раз, все, не надо, все по одному разу. Значит, не забудь меня пустить во второй куплет, ладно? И так чуть-чуть пою. Ладно. Секунду, стоп. Слышу голос из прекрасного дыма.
сейчас можно еще разочек? Если можно, пожалуйста. А что там не получилось? Я прям микрофон уже знаю, где его держать. А и, что, там не слышно, да, было? Ну, там рояль все время, а здесь вот прям ваш вокал. И я уже знаю последовательность кадров, которые я буду делать. Ну что, так что тобой... если можно, то нет, третий дубль. Будет, пожалуйста, третий дубль будет второй мне. Куплет. Второй я полностью допою, ладно. А третий он более мужественный. Сереж, давай. Я понимаю, что ты устал. Ну давай еще раз. С Богом! Я не устал, нет, нормально. Нет, все нормально. И надо настроиться на вот туда. Вот на этот все. Угу. Ночи тишина, данная на весь.
вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и ждут? День за днем то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Там края роет очаг, как вечный знак забытых Сколько у нас времени, посмотрите. Одна песня осталась. Хорошо. Нельзя сейчас поменять. Поем. Вообще, даже не смотрим на время. Угу. Сразу поем. Да. Мы уже, понял. Мы уже ушли. Все, с Богом. Боже, нас пока не угоняет, слава Богу. Уже приходили. Да? Поем. Угу. Yeah.
Спасибо за концерт. Скажите заключительное слово. Мы желаем всем людям счастья, добра, любви, света. И пусть они, вот эти песни, дарят вам хорошее настроение, удачу, успех во всех ваших делах. Скажите. Дорогие друзья, секунду, поздравляем вас. Секунду. Да. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Желаем всем здоровья, добра и чтобы будущий год был лучше. Последние слова еще раз. И дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Желаем, чтобы будущий год был лучше. Счастья вам, всего доброго, дорогие наши друзья. Еще раз на резкости. Счастья вам, дорогие наши друзья. Счастья. Каждый новый день – это подарок. Живите, радуйтесь этой жизни. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Снято? Стоп-мотор.